вот как и в том варианте. Подцепив потом этот нижний конец, вот это сперва с этим соединим, с зеленым, потом тонким зеленым соединим. Потом этот зеленый нижний соединив вот с красным этим. Вот красный там идет, вот тут идет. Там на один конец первички. На первичке такие конец. Вот теперь тоже ярко горит 40 ватт лампа. Так что вообще это спиральные катушки не обязательно делать. Можно и без спирали. Два и три ампера где-то.